Всех приветствую на канале Криптобизнес. Сегодня я рассматриваю проект Open Wi-Fi. Open Wi-Fi – это сервис, предоставляющий доступ к сети интернет благодаря миллионам владельцев смартфонов и роутеров, готовых в обмен на токены поделиться неиспользуемым трафиком. И сразу же открыв главную страницу сайта, вы увидите оценки независимых оценочных площадок с хорошим рейтингом. Это значит, что проект очень стоящий вашего внимания для инвестиций. Оценки ICO Bench 4.7 и ICO Marks 9.4 соответственно. Идея Open Wi-Fi проста. В мире миллиарды людей пользуются мобильными телефонами и мобильным интернетом в частности. Миллионы из них не до конца используют свой ежемесячный трафик, предоставленный оператором в тарифном плане. Еще в большей степени это касается домашнего интернета, который, как правило, в наше время является безлимитным. С другой стороны, множество людей ежедневно сталкиваются с проблемой ограничения доступа к глобальной сети по причине израсходованного трафика или отсутствия денег на счете. Мобильный интернет по-прежнему не так дешев и доступен, как домашний. И это является главной проблемой, которую призван решить Open Wi-Fi. Опрос, проведенный среди 100 тысяч пользователей интернета, показал, что существует реальная потребность в бесплатном и открытом Wi-Fi. Большое количество респондентов ответили, что они были в положении, когда они не имели возможности подключиться к интернету. Также респонденты были возмущены тем фактом, что общественный Wi-Fi продолжает оставаться платным, а 76% заинтересовала возможность получать деньги за передачу используемого трафика. Подавляющее большинство пользователей не используют все данные, выделенные им их операторами мобильной связи или провайдерами, и были бы очень рады получить оплату в обмен на предоставление доступа к сети. Теперь интернет становится доступным как никогда прежде. Одни пользователи делятся ненужным трафиком и зарабатывают токены, тем самым возвращая часть затрат на интернет. Другие получают свободный доступ к сети. Итак, как это работает? Вы сами принимаете решение о количестве трафика, которым вы готовы поделиться. Скачав и установив приложение, вы активируете точку доступа, а сеть Open Wi-Fi становится доступной для подключения новых пользователей в непосредственной близости. Подключение полностью безопасно как для хостов, так и для пользователей. Вы можете стать хостом не только с мобильного телефона, но и посредством домашнего или офисного Wi-Fi. Сервис поддерживает и эти типы подключения. Чтобы стать хостом, вам необходимо зарегистрироваться и установить приложение на свой смартфон, либо заказать специальный маршрутизатор с официального сайта, если вы планируете предоставлять доступ из дома, офиса или собственного кафе. Первые 100 тысяч устройств компания обещает предоставить бесплатно. И это круто. Заработок с Open Wi-Fi. Чтобы иметь право на оплату, вам нужно придерживаться одного главного правила. Ваша точка доступа должна быть активна не менее 1 часа в сутки. Вы можете запустить несколько точек доступа, каждая из них будет оплачена согласно условиям. Сервис стремится платить достаточно, чтобы хосты могли покрыть все или большую часть своих расходов на провайдеров или мобильных операторов. Владельцы хостов ежедневно будут зарабатывать токены, которые можно будет продать на криптобиржах или обменять на фиат во внутреннем обменнике платформы. Также можно будет оплачивать товары в интернет-магазинах через портал Open Wi-Fi. За вознаграждение в системе отвечает смарт-контракт, обеспечивающий понятные, открытые и честные выплаты для участников платформы. Если вы хотите зарабатывать больше, вы можете просматривать рекламу от спонсоров. Вы сообщаете, сколько сообщений вы готовы получать ежедневно, а сервис платит вам за каждое просмотренное рекламное сообщение. Информация о текущих и предстоящих выплатах будет обрабатываться смарт-контрактом и храниться в блокчейне. Также будет доступна реферальная программа. Чем больше будет ваш вклад в помощь в привлечении новых пользователей и распространении информации об Open Wi-Fi, тем больше вы сможете заработать. В течение 4 лет планируется привлечь и запустить 25 миллионов хостов. Так, детали ICO. Старт ICO 14 августа. Название токена OPP. Токен будет на платформе Ethereum. Цена токена будет разной на каждом этапе токен сейла. Этот момент вы можете уточнить на официальном сайте. Вот здесь вот написано. Сейчас один токен OP стоит 40 центов и бонус 21%. Софткап проекта 4 миллиона долларов, хардкап проекта 40 миллионов долларов.
Распределение фондов. Эксплуатационные расходы 10%, исследования и разработки 25%, адвокаты, советники и консультанты 15% и оставшиеся 50% на маркетинг и рекламу. Теперь я хотел бы поговорить о команде создателей этого проекта. Мартин Реган, Entrepreneur and SEO. Филипп Лек, Лео Антипов, Джоанна Неймс, Алекс Андрей. Более подробно вы можете о них почитать через ссылки на LinkedIn на официальном сайте. Консультанты проекта — это Джаред Политц, Джордж Родригес, Мухаммед Карим, Т. Аравина Бабу и Чен Си Ян. И еще несколько. По дорожной карте проекта: в мае 2018 запуск сайта ICO и запуск маркетинговой кампании. Июнь 2018 запуск токен-сейла для VIP и основателей. Далее создание сообщества в Telegram, развитие существующих аккаунтов в социальных сетях, запуск PR-кампании, объявление группы консультантов, запуск GitHub, публикация смарт-контракта и детали прототипа платформы. Август 2018. Публичный токен-сейл, листинг на биржах, бета-тест приложения для смартфонов, разработка панели пользователя, построение контактов с новыми рекламодателями. Сентябрь 2018. Завершение публичного токен-сейла, распределение токенов среди инвесторов, релиз приложения для смартфонов, отправка маршрутизаторов, бета-тест в отделах розничной торговли. Октябрь 2018. Релиз панели пользователя, расширение команды для обработки увеличенного трафика, завершение сделок с партнерами, заключение сделок с рекламодателями, запуск реферальной программы и запуск маркетинговой кампании по привлечению новых хостов. Первый квартал 2019 года. Релиз кредитной карты ОПП, 25 тысяч хостов в сервисе, добавление в панель пользователя функции быстрого обмена токенов, дальнейшее расширение команды для поддержки сообщества и продолжение маркетинговой кампании по привлечению хостов. И ноябрь-декабрь 2019 года, 100 тысяч хостов в сервисе, запуск онлайн-магазина, полностью функционирующая модель панели пользователя и дальнейшее расширение команды для поддержки сообщества, расширение диджитал-маркетинга. Если вас заинтересовал проект Open Wi-Fi, вы можете детально его изучить по ссылкам в описании. Советую первым делом прочитать White Paper. Спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал и ставить лайки. Пишите в комментариях, что вы думаете о проекте. А на сегодня это все. Инвестируйте и зарабатывайте вместе со мной. Удачи!